Ну правильно, ты середину станешь, что прежде чем начинать вообще работу, у нас есть не технический отдел, который информирует население о том, что будут проводиться такие работы. Соответственно, вы же видите, и маркировка везде есть, ну то есть это и обозначение, и знаки минной опасности, поэтому все равно идет и информирование обязательно. То есть страха никакого нет. Ну, во-первых, у тебя есть осознание, для чего ты, для кого ты это делаешь, почему ты это делаешь, поэтому страха нет, нет. Фермеры активно засеивают любую территорию, которую они могут использовать. Данную дорогу они использовать не могут, и поэтому было принято решение пройти.